Николай Николаевич Савичев, главный тренер футбольного клуба «Торпедо». Николай Николаевич, пожалуйста, впечатления от игры с «Уралом», комментарии. Ну, во-первых, мы готовились к такой тяжелой игре. Знали, что команда Тарханова хорошо знает этого тренера, умеющий поставить игру команде. Знали, что команда умеет играть в короткий, средний пас. Мы попробовали сыграть более организованно в обороне, более плотно, можно так сказать, между линиями. Ну, вот, итог. Победили. Коллеги, главный тренер футбольного клуба «Урал» Александр Федорович Тарханов. Александр Федорович, комментарии про это. Ну, сложно комментировать такие матчи проигранные. Вот. Ну, здесь у нас сегодня не получалась игра. Вот. И состояние неоптимальное было, и сама по себе игра не ладилась. Вот, наверное, все-таки в двух играх выплеснули много эмоций, сил много отдали. Вот, и поэтому игра не получилась совершенно. Я не скажу, что «Торпедо» там превосходила, но они контратаковали, неправильно сыграли. В принципе, они в обороне хорошо сыграли, они насытили центральную зону. Вот, но у нас не хватало скорости, не хватало быстроты мышления. Вот, то, что я требовал, я знал, что будет тяжело. Вот, все-таки две игры провели, но я считаю, что спортсмен должен быть всегда спортсменом. Я даже им перед игрой сказал, что, ребят, тот уровень, который взяли, в двух играх мы с Краснодаром и Зенитом показали, а чего нужно держать, ни в коем случае не опускаться. Но, видимо, еще не такой у нас уровень, чтобы уметь держать именно такую игру, вот, и играть в такой темп. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Да. Ну, он старался, но, наверное, все-таки не хватает класса. Ну, во-вторых, он не нападающий, конечно. Ну, у нас пока нет нападающих. Но Дорожкин тоже вышел неубедительно. Вот, потому что, ну, есть тоже, наверное, какой-то уровень определенный, наверное, возможно так. Но будем работать и сесть с ним, чтобы его вытащить на какой-то уровень для высшей лиги. Вот, поэтому, если есть проблемы. Учитывая наш состав, потери в составе, тяжело команде играть через два дня на третьих? Ну, здесь, наверное, знаете, общая подготовка. Потому что у нас, допустим, опять только пришел в московский сбор за неделю до чемпионата. Там много Фидлер пропустил из-за травм. Значит, Манучарян много и на сборе пропустил 10 дней из-за травмы. И потом в первой игре сломался. Вот, Ерохин тоже пропустил сбор, только один сбор провел с нами. Поэтому, наверное, есть проблемы в этом подготовке. Ну, мы это давно анализировали, как бы считаем, что есть в этом проблемы. Вот. Плюс молодые еще, наверное, и Подберезкин, он хороший, перспективный футболист. Ну, выдержать там три игры подряд, наверное, тоже сложно ему пока еще. Там Ярошенко есть, но у него тоже были проблемы, поэтому он не играл. Да, пожалуйста. Спасибо. Спортивный обозреватель, скажите, пожалуйста, после травмы Бобнева определялась команда, кто будет выбивать пенальти? Или это было спонтанно? Нет, у нас как бы Гогнев и Джерри пробивают. А Сведа. Поэтому, естественно, он вчера, кстати, тренировал пенальти. И все забил, сегодня не забил. Но это как правило, знаете, когда нет готовности, у нас две игры как бы выпало. Это с Мордовией и сейчас с Торпедо. Вот, потому что я понимаю, что эти команды и укрепились, и настрой у них боевой такой. Вот, и если я не хочу говорить, что там усталость, потому что 2 на 3, у них 3 на 4 были игры, у нас 2 на 3, это тоже есть влияние, потому что видно было, что есть усталость. Но в любом случае нужно себя заставить, я думаю. Я все время на эту тему им говорю, я сейчас даже пример привел, что «Спартак», вот московский при Романцеве, я когда работал, они всегда выходили, как бы вот они сами говорили, Тихонов, там Булатов, Бушманов, то у меня все время уставшие выходили на игру. Но характер чемпионский, поэтому они себя вырвали. Я даже вспоминаю, мы сборная России ездила в Америку на турнир на месяц. Вот. А мы по прилету в Голландию мы должны были через финал с Фейенордом играть. И там на 3-4 перелет, там 12 часов, 9 часов разница.
Вот, они вышли, ну, казалось, ну, мертвые. Невозможно. Романцев на тренинг говорит: Федорович, что мы будем делать, потому что ну, еле двигаются. Но вышли в характер, проявили, выиграли 1-0. Уже там последний Карпин, там пятница, уже умирали, бежали, уже умирали, но бежали. Вот это характер, наверное, поэтому они играли там, наверху, а мы играем здесь. Поэтому здесь тоже я как бы все время привожу примеры им характерные, которые ну, должны они проявлять. Обязательно, потому что спортсмен не может быть, чтобы если чуть усталость, и все, сразу падать духом. Вот. Поэтому, наверное, здесь тоже еще много работы в этом плане. Вот. И, ну, чтобы создать команду тоже, я думаю, все-таки им нужно больше времени. Вот. Потому что, да, мы выдержали один цикл, не вылетели. Но в любом случае в новый сезон нужно входить уже, уровень еще поднимать. Вот, всех, и уровень мастерства, и уровень психологии поднимать, чтобы не было таких игр. Пока, наверное, еще команда не так готова.